поддержим Грудинина или не поддержим. Разделились на два лагеря. Но ни один выступающий не сказал, почему и может ли Грудинин в ближайший месяц стать независимым политическим фактором. А это возможность существует. В законодательстве Российской Федерации сегодня есть очень узкое звено, так называемая юридическая дырка. Это, значит, независимый истец, так называемый. Только зарегистрированный кандидат может подать заявление в Верховный суд об отмене регистрации нашего любимого независимого кандидата. Только зарегистрированный кандидат. Вопрос заключается в следующем. Как вы думаете, хватит у Павла Грудинина политической воли заявление это зарегистрировать и поднять глобальную волну недовольства? Спасибо. Спасибо. Я думаю, что Павел Николаевич Грудинин самый первый поздравит Владимира Владимировича с победой на президентских выборах Российской Федерации.